У каждого есть 5 копеек и 2 минуты. Вот мои 5 копеек за 2 минуты. Эй, с вами Грант Кардон, автор бестселлера по версии New York Times и ваш друг в продажах и бизнесе. Сегодня я хочу поговорить с вами о вашей личной свободе. А еще я расскажу вам о моей личной концепции. А пока вот вам история. Вчера я разговаривал с одним парнем. Он работает рядом со мной. Я очень уважаю этого чувака. Он спрашивает меня: Грант, а что ты будешь делать, если твой бизнес прогорит? Прямо вот вообще ничего не останется. А я отвечаю: мужик, если у меня аннулируют счета, отберут все сбережения, то мой бизнес рухнет. А я просто все начну сначала. Потому что у меня есть мышца борца. Он такой: что? А я: мышца борца! Видишь эту мощь? Это мышца борца, детка. Я говорю не только о бицепсах, трицепсах и всяких там пекторальных мышцах. Мышца борца движет тобой. Можешь лишить меня всего, моих офигенных бицепсов, чего угодно, но отнять у меня эту силу духа невозможно. Нельзя запретить мне каждый день подниматься и стремиться вперед. И прорубать, пробивать себе путь к успеху. И именно в этом заключается настоящая свобода. Она в ваших навычках, способностях, энергии. И когда у вас это есть, не переживайте, что кто-то может чего-то лишить вас. У меня могут забрать все мои деньги, мою одежду, закрыть все счета, заморозить накопления, все что угодно. У меня можно отнять все. Но парни, девушки, у которых есть мышца борца, подростки, и не важно, сколько вам лет, 17 или 77, народ, если у вас есть мышца борца, то вы свободны и будете свободны всегда, потому что у вас есть нужные навыки, способности и правильный заряд. И всегда помните, что ваша жизнь зависит не от того, что происходит вокруг, а от того, как вы на это реагируете. Качайте мышцу борца, тренируйте ее ежедневно, и каждый раз, когда будете использовать термин «мышца борца», эй, вы, рэперы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, или откуда вы там, эй, Эминем или Доктор Дре, когда будете кричать со сцены свои тексты, не забудьте сказать спасибо Кардону.